Мы на Красненьком кладбище. Могила писателя Леонида Васильевича Соловьева, автора «Хаджана Средина», «Очарованный принц» и «Возмутитель спокойствия». Вот, умер в 1962 году. После войны отсидел 8 лет лагерей. Вот вышел незадолго до смерти, после смерти Сталина. Леонид Васильевич Соловьев. Поглубже, поглубже. Вот, спасибо за «Хаджана Средина». Положим цветочки и конфетки.